Всем привет, друзья! Вы на канале Сельчанка в Америке. И сегодня я, как обычно, буду поздравлять ваших близких, кто мне написал, с днем рождения, со свадьбой, передавать приветы. И начнем. Сегодня у нас первая, кто написал нам на украинском языке. Привіт, Наталку! Турбує вас Ярославка, Одеська область. Тато, мама, Тарас, Марія, Давид і Альонка. Вітають дорогого сина і братика з 19-річчя. 19 літ. Летить життя його не зупинити і не вернути часу вже назад. Хоча б хотілося, може, щось змінити, в житті пройдешнім та минув вже час. Мов корабель, що відпливає в океан. Пливуть від нас юначі наші роки. І з кожним роком все твердіш стає на шлях життєвої нелегкої дороги. Не раз і трудності, і горе у житті, і день несуть нам смуток і ридання. Та день сьогодні не такий, як всі, хай принесе тобі він радість без вагання. Сьогодні день прекрасний є для тебе, це день, коли на світ з'явився, це день, коли тебе усі вітають, і бажають щастя і радості в житті. До цих вітань ми також приєднатись хочемо. Тому вітаю з цим чудовим днем. Нехай життя твоє буде у руці Божій, а він, повір, чудово проведе. Нехай Господь тебе оберігає і сил дає бути вірним йому, щоб по життю ти йшов його слідами і зустрівся з ним в небесному раю. Нехай тебе Господь благословить, дасть тобі щастя у житті й любові. Здоров'я нехай буде в кожну мить, на всі роки відміряні її Богом. З днем народження! І ще вона заказала такий стишок із Біблії. Псалом. «Укажи мені, Господі, путі твої, і научи мене стезям твоїм. Направ мене на істину твою, і научи мене, ібо ти Бог спасіння моєго. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, милости и Твои, и милости Твои, ибо они от века, и там уже нету». И вона дуже просила, Наталочку, це на 20 листопада. Будь ласка, щиро дякуємо. Передавайте усім привіт. І Катюші обов'язково. Я теж присоединяюсь к этому такому чудесному поздравлению длинному. Так что с днем рождения. Так, следующий у нас идет Катя Пресветлая. Написала: «Дорогая Наташа, Геннадий и вся ваша семья, мы с удовольствием смотрим ваш канал. Желаем вам побольше подписчиков и развития канала. Спасибо большое. А также счастья, любви и благополучия в вашей семье. Хотели поздравить нашего мужа и отца Андрея из города Владивостока Приморского края с днем рождения, которое будет 18 ноября. Сегодня, друзья, у нас 20-е, то это уже с прошедшим. Папа и муж – самый главный мужчина. Прячемся мы за надежную спину. Сильный, уверенный, добрый, родной – первая скрипка и главная роль. Счастья тебе, долгих радостных лет. В доме родном восхитительный свет. Там, где уют, тишина и покой. Мы твой очаг, а ты наш герой. Заранее спасибо. Вера и Екатерина». Так, следующее поздравление идет у нас. Валя написала: «Здравствуйте, Наташа. Пишу вам с Украины. Меня зовут Валентина. Очень люблю смотреть ваш канал. Прошу вас поздравить моего мужа Петра. У него 14 ноября было день рождения. 46 лет. Пусть Господь благословит вас и вашу прекрасную семью». Да, это она тоже с опозданием написала, потому что уже было 14-е. То мы тоже поздравляем вас, Петр, с днем рождения. 46 лет вам. С прошедшим днем рождения. Всего вам хорошего в жизни. Счастья и здоровья. Так. Следующая — Татьяна Болгаренко. «Привет, Наташа! Поздрав от меня мою подружку Наташу Харченко.
которая живет в штате Вашингтон в городе Федералвей. Ей 17 числа будет день рождения. Это уже тоже с прошедшим. Сколько лет, не знаем. Божьих благословений ей. Спасибо, Наташа, за рубрику «Счастье твоей семьи». Наташа Харченко, я тоже тебя поздравляю с твоим прошедшим день рождения. Всего тебе хорошего. Счастья, здоровья, любви, мира. Так. Елизавета Акуева написала нам. Дорогая Наташа, здравствуйте. Хочу, чтобы вы поздравили с днем рождения моего сына Магомеда. 23 декабря 2022 года ему исполнится 19 лет. Моя мечта, чтобы вы его поздравили именно вы, Наташа, или Гена. Я очень уважаю вашу семью. Желаю всем-всем вашим родным, близким, знакомым, друзьям, подписчикам всего самого хорошего, что можно пожелать в этой прекрасной жизни. И пожелать, чтобы было в мире больше таких людей, как вы, Наташа и Гена. А моему сыну хочу пожелать, чтобы на его пути всегда встречались люди, такие люди, как вы. И чтобы наши дети и внуки жили в мире, где будет царить мир, любовь и дружба, взаимоуважение. Спасибо, что вы есть. С уважением, мама Магомеда Элиза. Какое красивое. Спасибо, Элиза, за такие приятные, теплые слова в наш адрес. Очень приятно. И я тоже поздравляю вашего сына с днем рождения. Сын Магомед. Такое имя красивое. 19 лет нашему сыну тоже 19 лет. Так что, Магомед, с днем рождения тебя. Счастья, здоровья, мира и долгих лет жизни. Следующее поздравление у нас идет Наталья Котова. Добрый вечер, Наталья. Мы вас смотрим из Одессы. Меня зовут Наталья. Вы очень душевная, добрая и трудолюбивая семья. Ноябрь в нашей семье очень знаменательный и праздничный. Хочу поздравить наших детей с днем рождения, сына Ивана и дочку Алину. Они наша гордость и счастье. А также хочу поздравить своего любимого мужа с нашей годовщиной свадьбы. 19 лет мы вместе. Желаю всем добра, мира, благополучия. Спасибо большое. Я тоже присоединяюсь. Здесь сразу в одном два поздравления. И детей с днем рождения, и с годовщиной свадьбы. 19 лет вы вместе. Желаю вам счастья, любви и долгой жизни. Так, и еще у меня есть одно поздравление. Мне написали на комментарий. Может быть, друзья, еще где-то есть, но как не всегда заметишь. Но это удалось, увидели. Это написала Космея Ивановна. Наташенька, очень прошу передать привет еще раз моей маме. Симонова Светлана Ивановна. Хасакия, город Абакан. И мне, Оксане Владимировне, Красноярский край, Минусинский район, село Малая Минуса. Я в Ютубе, но это по-настоящему так придумала, ну как бы имя. Мы будем очень ждать и потом всем хвастаться. Мы нигде не зарегистрированы, есть только возможность здесь попросить о привете. Всего вам хорошего. Космея Ивановна. Это у нее такой никнейм. Передаю вам привет и вашей маме еще раз. Я уже вам передавала в других видео. Очень приятно, что вы пишете. И да, если вы не можете написать на e-mail, то пишите на комментарии. Будем стараться, чтобы всех заметить. Так что, друзья, я к всем присоединяюсь, к всем этим поздравлениям. Всем желаю счастья, здоровья, мира над головой, мирного неба и всего самого хорошего. Всем спасибо, друзья, и всем пока-пока.